Друзья мои, смотрите, это растет режиссер. Ну похлопайте, раз паузу, потому что такое. Раз. Два. Два с половиной. Три. Ура! Браво! Спасибо большое! Молодцы! Возвращайтесь на свои места. У меня буквально два очень коротких вопроса после этого спектакля. Друзья мои, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот те, кто внимательно смотрел спектакль, слушал песни, которые исполнялись, да, текст, который произносился, все, что нам с вами говорили со сцены, что нужно, чтобы достигнуть успеха? Рыжий ручка. Нужно никогда не пропускать занятия. Совершенно верно, прям сразу правильный ответ, да. Каждый день повторять то, что говорилось в куплете. Это правильно. Колпак можно получить, если ты его попросишь. Вот что. Действительно, а зачем тебе такой колпак? Вот зачем можно просить? Красивый, да? И действительно, в этом колпаке можно очень хорошо жить, ничего не делать. Ну, если ты, конечно, хочешь стать клоуном, то колпак тебе пригодится. Ну, клоун, понимаешь, и то, про что нам рассказывали разные вещи. Но в любом случае, спасибо тебе за ответ, это здорово. Было сказано...